Украина будет участвовать в высадке на Луну, правда, не астронавтов в рамках программы «Артемида» от НАСА, а в доставке научной аппаратуры на лунную поверхность. Об участии в первой британско-украинской лунной миссии заявили в Киеве. Как следует из озвученной информации, британская компания SpaceBit, основанная выходцем из Украины Павлом Танасюком, планирует участие в лунной миссии, организованной американской компанией Astrobotic Technology. В планах SpaceBit отправить на Луну научные приборы вместе с аппаратурой, разработанной НАСА в рамках программы CLIPS. Запуск будет выполнять компания Юла. Как заявил Танасюк, на поверхность Луны должны отправиться камеры и сенсоры радиации, изготовленные и протестированные на территории Украины. Наша миссия изначально британская, у нас есть британский луноход, который летит. Но можно это назвать украинско-британской миссией или украинской первой миссией на Луну. Камера, сенсоры радиации, они изготавливаются непосредственно на территории Украины, они тестируются украинскими инженерами и будут потом протестированы украинскими заводами, такими как Меридиан и КБ Южная, заявил он. Отметим, что Танасюк анонсировал отправку научной аппаратуры на Луну в 2019 году. Как подчеркивалось, компания SpaceBit, основанная на Британских островах, должна была стать первой в Великобритании, доставившей свой груз на поверхность естественного спутника Земли. Отправка намечалась на 2021 год. Также добавим, что Украина присоединилась и к американской лунной программе «Артемида». Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!